Ну а сейчас бренд Артеса предлагает вам коллекцию. Это тоже обновленная коллекция в стиле Боха. Невероятно стильная блуза-туника Пенелопа. Вот я хочу сказать, что уже 50 блуз разлетелось до презентации, и как Света говорила, что сегодня мы окутываем себя невероятными тканями, невероятным комфортом, но плюс к этому бренд Артеса идет далеко вперед, потому что мы получаем с вами дизайнерские, интересные, нетривиальные предложения, в которых мы точно не останемся незамеченными. Леночка, ты знаешь, еще года 2-3 тому назад моя мама просто мечтала о такой тунике в своем гардеробе. Мне очень радостно сегодня, что я могу выбрать эту вещь для своей сестры, для себя и для мамы. Итак, бренд Артеса сегодня предлагает вам обновленную коллекцию для женщин с богатыми формами плюс сайз. Эта одежда предназначена для тех женщин, кто любит комфортную современную моду. Эта коллекция предназначена для женщин, кто любит комфорт на протяжении всего года, потому что с таким качеством трикотажно-вискозного полотна мы не расстанемся с вами круглый год. Эту вещь вы можете носить 365 Серьезно? Дней. Да, и даже дома, приглашая к себе друзей, вы можете надеть ее со стильной лосинами, как на Елене. Блуза Пенелопа, эксклюзивная цена специально для вас. Я сочетаю с лосинами Тамина, которые кружевом обрамлены внизу. Потрясающий комфорт. Знаете, не хочется снимать, не хочется расставаться, но при этом я точно знаю, очень что стильно. Это я одежда, как говорит моя дочка младшая. Мама, ты в тренде. Да, мамочка, ты в тренде. Но сейчас, Лена, я предлагаю познакомить наших женщин с расцветками. Давайте. Лена выбирает зеленый, а кто-то выбирает горчицу. Напомню, что этот оттенок отлично подойдет для женщин с теплым цветотипом. Для рыжеволосых красавиц, если в ваших волосах есть пигменты солнца. Этот выбор Елены называется темно-зеленый. Следующий цвет – бордо, яркая сочная малина. Оттенок темно-синий. Слушай, мне нравятся вот три последних предложения. Посмотри, какие у них контрастные швы. Да, на самом деле контрастные швы здесь в качестве декора. Очень стильно, специально контрастный бордовый цвет на синем. Следующий цвет – графитовый серый. Тоже с контрастным оттенком бордо. Мы говорим сейчас про нити. И классический черный цвет. С моим любимым сиреневым. Вот я так и знала, что ты обратишь внимание на него. Посмотрите, вот казалось бы, черный любимый, но вот такие яркие нотки, яркие решения делают нас особенными и неповторимыми. Я напоминаю вам, что у нас эксклюзивный час прямо сейчас. Размеры до 74-го. Звоните и заказывайте прямо сейчас, потому что это ограниченная партия. Как часто мы приходим в магазин, нравится вещь, надеваем, но долго в ней не можем простоять. Ну, максимум час-полтора приходим на работу, хочется уже снять все с себя. Но сегодня бренд Артеса дарит нам такие потрясающие мягкие объятия. Вот они как будто обволакивают наше тело и дарят нам просто непревзойденный комфорт. Да, я хочу сказать, что сейчас самое время представить Екатерину Шестеркову. О, да. Держитесь, наши кроссовки. Итак, внимание на экран. Я предлагаю сегодня вам выбрать готовые Красота. Комплекты. Блуза Пенелопа и наши лосины Тамина. Единственное, что я бы Катеньке дала тунику размер 56-58, чтобы туника была длиннее. Невероятной красоты леггинсы с ажурными вставками. Очень красиво подстраиваются под ваши ножки. Их можно носить и как колготы, и как брючки. И наша блуза Пенелопа того же оттенка, что и лосины, отлично сходятся в едином мнении. Это комплект. Комплект, созданный дизайнерами бренда Артеса. Ну, вот, да, лосины Тамина представлены у нас в двух модификациях. Есть кружево внизу, которое выбираю для себя я. Есть кружево в виде лампасов. Сразу забирайте готовые ансамбли, потому что наши лосины, они уже пользуются большой популярностью. Поэтому звоните и заказывайте прямо сейчас. Выбирайте свой непревзойденный стиль. Выбирайте свою красоту и дарите себе потрясающее ощущение комфорта. Вы знаете, как нам часто женщинам не хватает внимания и заботы. И вот все это вам прямо сейчас дарит наш бренд Артеса, потому что ткани потрясающе комфортные. Успевайте дозвониться прямо сейчас. На Татьяне Бабуровой мы видим брюки леопардового принта «Феникс», о которых мы говорили в самом начале. Готовый комплект. Если вы уже заказали в начале модного эфира бренд Артеса брюки «Феникс», я предлагаю вам заказать блузу. Ну и Татьяна Крицкая выбирает очень стильный ансамбль. Бордовая блуза туника и брюки «Феникс». Ну а сейчас
пришло время познакомить вас с одной из самых комфортных и выбираемых тканей во всем мире. Речь пойдет о трикотажно-вискозном полотне. Друзья мои, трикотаж трикотажу рознь. Трикотажное плетение – это соединение петелек, и это не та ткань, которую мы можем на ткацких станках выплетать и делать под прямым углом. Это бывает у льна и хлопка. Такие ткани быстро выходят из строя. Но ткани, которые сделаны на фабриках методом трикотажного плетения, всегда обладают прочностью. Единственное, что не все производители добавляют туда натуральные волокна. Вискоза относится к одним из любимых волокон, которые добавляют не только технологи, но и любят женщины. Ведь вискоза позволяет вашему телу дышать. Ну, а значит, мы в течение всего дня с вами ощущаем абсолютный комфорт. Хотите чувствовать комфорт? Хотите чувствовать на себе восхищенные взгляды прямо сейчас? Присоединяйтесь! Эксклюзивное предложение «Только один час». У нас бренд Артеса специально для вас на наших экранах. Дозванивайтесь прямо сейчас. Я бы посоветовала вам, дорогие женщины, посмотреть еще раз на наших моделей и выбрать размер. Да. Внимание на экран. Екатерина Шестеркова переодела блузу на размер больше. Катя носит 54-й. На нашей модели блуза 56-58. И честно вам скажу, чем свободнее эта блуза, тем комфортнее она на вас сидит. И это стиль боха. Обратите внимание на то, что блуза на самом деле имеет фасон туники, свободные летящие рукава. Это цельнокроенные рукава. Леночка, ты представляешь, что на такие блузы ткани уходит гораздо больше. Да, выкройка совсем по-другому идет, лекала другие, но жертвуют этим бренд Артеса ради нашего комфорта. Я хочу сказать, что такая туника, блуза, которую вы наденете и весной, и летом, и осенью, и зимой, это отличный вариант. Вискозу вообще любят за то, что в ней никогда не бывает дискомфортно. В ней свежо, в ней хорошо. И это та самая температура тела, которую люди выбирают для себя. Обратите внимание, женщины, что сзади у нашей туники идет вертикальные швы. Они не случайно. За счет вертикальных швов мы выбираем с вами сейчас тунику, которая моделирует ваши формы. Разрез сзади говорит о том, что здесь постарались дизайнеры. Эксклюзивные товары и эксклюзивная вы. Успейте выбрать и дозвониться.